Сегодня в Национальной библиотеке прошла встреча московских писателей с читателями из Чувашии. Какие литературные сюжеты сейчас востребованы, узнавала и наша съемочная группа. В библиотеке собрались писатели, поэты, литературные критики и авторы разных возрастов. Они рассказывали о себе, о своих книгах, зачитали стихи и рассказы. Проза и поэзия, прозвучавшая на встрече, вызывала то мурашки по коже, то смех и улыбки. Любить тебя, что нырять в прорубь, конечно, весело, но страшно. Любить тебя так мало толку, как день, сегодня ждать вчерашнего. Любить тебя, что шаром быть, когда-нибудь, но точно лопнешь, воистину. Тебя любить... непозволительная роскошь. Любить тебя очень опасно, как по горам ползти скользя. Но все к чертям, то так прекрасно, что не любить тебя нельзя. Эдисон Патмара, чувашский писатель, прочитал в свою очередь свое произведение. Он убежден, что подобные встречи необходимы каждому писателю. Вот каждый себе пишет. У каждой своей комнатушки есть. Кто-то в деревне, кто-то в квартире. И каждый думает, свои мысли излагает. И потом, наконец-то, выпустил книгу. И начинает бегать. Глаза у него бегают. Говорит, книги не читают. Читайте мои книги. А может быть, когда ты пишешь, надо еще думать, ездить, встречаться. На память о встрече остались книги с автографами. Москвичи подарили библиотеке свои издания и работы других московских писателей.